Со 2 февраля авиакомпания «Руслайн» увеличивает частоту полетов по маршрутам Иваново-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Иваново. Теперь рейсы будут выполняться не 2, а 3 раза в неделю. К существующим рейсам по вторникам и субботам добавляются рейсы по четвергам. Направление на Санкт-Петербург традиционно имеет высокий спрос у пассажиров. Как сообщили нам в аэропорту Иваново, наполняемость каждого самолета в Питер и обратно превышает 50%. Петербург, наверное, это самый удобный способ добраться для жителей Ивановской области и самый быстрый, самый удобный. Продолжительность полета 1:15, 1:20 составляет, а стоимость билета от 4 тысяч рублей.